Не так давно получил много писем себе на аккаунт разработчика, что нужно обновить SDK Unity рекламы. Подумал, чтобы сразу перейти на Google рекламу, там вроде все проще и удобнее. Но недавно я наткнулся на рекламную сеть под названием AppBroda, где я могу получить интеграцию Google Ad Manager для своих игр, их пока у меня три. Отчего ожидаю роста свыше 100% своих доходов от рекламы. Поэтому решил попробовать использовать медиацию с AppBroda. И сейчас расскажу, что это вообще такое и зачем оно тебе надо. Охайо, зритель, ты во вселенной Rebel, где изучаешь мир компьютерной графики и разработки игр. Подписывайся на канал, а также на все, что можно в описании этого ролика. Не пожалеешь. Начну с того, что такое медиация. Медиация – это решение для монетизации приложений, с помощью которого ты можешь получить запросы различных рекламных сетей, чтобы побороться за рекламное место в своей игре. Например, ты используешь AdMob и закупил трафик или купил рекламу для игр. Короче, у тебя получился рост активных пользователей. Но цена за 1000 показов осталась такая же, как и была до роста. А используя медиацию, ты сможешь получать рекламу от Unity Ads, AdMob, Facebook, и тот, кто предложит самую высокую цену, того реклама и будет показываться. В свою очередь, это поможет тебе увеличить эффективную цену за 1000 показов для своих игр или приложений. Вроде все просто. Я уже не раз сталкивался с различными медиациями, но, видимо, только сейчас решил идти в сторону этого. Если ты уже монетизируешь свою игру, используя плагины Unity, AdMob и тому подобное, то ты можешь столкнуться с такими двумя проблемами. У тебя большая база пользователей, но по-прежнему низкий fill rate, то есть коэффициент заполняемости. Он рассчитывается путем деления количества показов рекламы, которое приложение фактически обслуживает, и количества раз, когда приложение запрашивало рекламу из сети. А вторая проблема – это более высокая заполняемость по-прежнему снижает эффективную цену за 1000 показов. Теперь вопрос, а почему это происходит? Потому что твоя рекламная сеть не предоставляет тебе высококачественную рекламу или дает низкую ставку за рекламу. А чтобы доход стал больше, нужны как минимум два хороших показателя – eCPM, то есть цена за 1000 показов, и высокий fill rate. Это отличная стратегия для увеличения дохода. Поэтому и знакомлю тебя с инструментом AppBroda, который эти параметры тебе и улучшит. А как ты уже понял, этот ролик спонсируется AppBroda. AppBroda — это инструмент, который интегрирует Google Ad Manager в твою игру. Как вообще использовать рекламную медиацию? Если ты уже используешь такие платформы, как RSource, Unity, AdMob или любую другую сеть, то ты можешь создать группу медиации рекламы и добавить свои рекламные сети. После создания группы медиации ты можешь установить приоритеты либо по предпочитаемым рекламным сетям, либо по уровням ставок. В первом случае ты можешь выбрать, какой рекламной сети ты хочешь отдать приоритет, а во втором рекламу покажет тот, кто предложит самую высокую цену. Преимущества рекламной медиации таковы. Получаешь большой коэффициент заполняемости, fill rate, так как работа идет с несколькими рекламными сетями, что использует инвентарь, который продается через открытые торги. Также ты получаешь более высокий eCPM, 100 за 1000 показов, так как несколько рекламных сетей конкурируют друг с другом, а инвентарь продается тому, кто больше заплатит. К примеру, вот картинка, как все работает через сеть AppLovin. Тут можно увидеть рост eCPM, 100 за 1000 показов, потому что AppBroda выбирает более высокую цену за показ. Также нет зависимости от одной сети и качественная реклама. Ты можешь получить интеграцию Google Ad Manager для своей игры и эффективные инструменты медиации, используя инструмент AppBroda, перейдя по ссылке ниже в описании. А также, чтобы получить эффективную рентабельность инвестиций в твою игру. Спасибо, что посмотрел до конца. Хоть видео и спонсировано AppBroda, но я сам заинтересовался их продуктом и планирую использовать. А свои мысли и результаты буду публиковать у себя в Telegram или ВК-каналах. До следующих роликов. Сайонара!